Всем привет! В общем, сегодня ко мне пришла вот такая посылка неопознанная. Не знаю, что там находится. В таком зеленом пакете. China Post. Вот. Ну и давайте уже откроем. И посмотрим, что там у меня. Так. Оп. О! Ремень пришел. Ремень, который я заказывал, по-моему, за 200 рублей в пересчете на рубли. Вот такой вот. Да, интересно. Долго я ждал этот ремень. Он мне нужен очень сильно. Обычный дешевый тканевый ремень. Но почему я именно его заказал? Потому что здесь вот такая вот удобная... Удобное крепление, или как это назвать... Мне вот это вот крепление нравится. Да ё-моё. Сейчас, подождите, разрежу полностью. Вставлю сейчас в ремень тоже штаны, покажу вам, как он смотрится. И если он мне, кстати, понравится, то, возможно, я даже себе второй такой закажу. Там много цветов. Вот. Так, ну вот он, так вот он выглядит. Красно-синий. И здесь вот такая вот, такая бляшка. Вот, удобное крепление. Мне оно реально нравится. Тут она пришита на такую, типа, кожаная какая-то вставка. Надеюсь, надежно. Ну, в общем, сейчас я его вставлю в джинсы тогда. И уже покажу, как он смотрится. Так, ну вот я вставил ремень. В общем, он не слишком длинный. Так что, если вы там жирный, да, то такой ремень вам не получится купить. Он, его просто не хватит вам. В общем, как он, получается, застегивается. Вот сюда продеваете в эти две петельки ремень. И потом его вот в эту, в нижнюю продеваете. Вот. И потом просто затягиваете. Продеваете в эти петельки, и все, ремень застегнут. Вот так вот это выглядит на мне. Ну, блин, красное, вот это что-то она сильно выделяется, но я выбрал такой более-менее даже спокойный. Там есть вообще такие ремни были, все цветные. В принципе, что, ремень нормальный, держит джинсы на месте. Жалко, там, конечно, обычных черных не было. Ну, такой тоже сойдет. Типа стильный такой. Синий-красный. Вот. Вот такой вот ремешок. Буду, кстати, второй заказывать тоже. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.